Всем привет, ребят. Сходила называть сегодня с утра за одним кормом. Конечно, за одним кормом. Как обычно. В общем, сегодня я уже все помыла, полы помыла. Уже постирала. Так, постирала, идти на дверь и вести приходится развешивать. Что еще? А, осталось зеркала. А, туалет помыла. Осталось зеркала протереть и окна. Где Ричка сидит на окошечке, да, и своим носом, вот этим вот носом тыкает, да, Ричка? Так что, буду уже и готовить, ребята. Я купила белизна. Ой. Так, туалетная бумага вот такая вот в акции должна была быть. Должна была быть в акции 149. Типа без карты 300 что-то считает. Ну, сейчас я посмотрю. Так, если она мне скидку не сделала. Так, сейчас я посмотрю. Господи, как она называется, Зева, магнит. Бумага, да, по скидке прошла 149 рублей, а так она 239. Иначе бы я унесла обратно. Туалетная 199. Ты, все, ладно, все правильно, нет претензий. Мешки мусорные. Сначала брала вот эти, знаете, самые дешманские, но толку нет от них. Шоколадка ребенка, молоко. Хочу сегодня сделать пюрешку. Я всегда беру жирное. Так, сколько тут жирности? 6 должно быть. А, до 4,5. Сачок. Веронички. Картошечка, не знаю, хорошая нет. Так, чищу. Огурчики для туалета. Для туалета. Батончик. Батарейки какие-то дешманские. Взяла 139 рублей. И, собственно, горю. Ой. Так. Еще вышло у нас тут, вот, ребята, все ничего, вышло на 2,123. Охереть, да? Охереть. Что купила? Не знаю. Скрепыши вот эти или как их? А, магнитыши, господи, скрепыши, магнитыши. Что такое там? Вот это вкуснее должно пахнуть. Люблю прям такое вот это, знаете, для унитаза все. А что за запах-то? Запах-то чего вообще не поняла? Яблоко, что ли? Ничего не написано. Натур. В смысле, ничем не пахнет, что ли? Не поняла. Не поняла, что ничем не пахнет? Короче, сейчас понюхаем. Магнитыши эти. Тут еще 3 штучки. А некоторые сволочи не дают. Так, ну-ка подождите, надо понять, что значит не пахнет. Мне это не устраивает. Мне надо, чтобы пахло. Почему это будет крылья какие-нибудь? Thank you.
А, нет, воняет. Даже не понимаю, чем. Каким-то лесом. Каким-то хвоей. Хвоей воняет. Нормально. Так, ребята, сейчас будет у нас вкусняшечка. Сейчас будет у нас пюрешка. От плиту я все тут помыла, все отмыла. Пюрешечка. Пюрешечка уже готова, горяченькая. И курочка жарится, будет поджаристая курочка. Это еще лучок. Я лук прям обожаю, лук. Чеснок — это прям моя слабость. Так что сейчас будет у нас обед. А, у меня еще есть, кстати, редиска. А хотя не, я сейчас не хочу. Сейчас не хочу редиски, наверное, вечером. А может, вообще неизвестно когда. Тут у меня маски всякие лежат. Сюда положить. Тут у меня со вчерашнего остались это овощи одеяло с печенью. На любителя, так сказать. На любителя. Просто-просто вкусняшечка. Просто будет вкусняшечка. Я уже тут опробовала кусочек. Уже просто не стерпёт. Я еще не готова. Еще не готова. Такая вот курочка. Это жарится будет. Так, это все нужно. Ой! Кайф, ребят. Я уже не могу терпеть. Ноги просто ломаю. Ой, точняк. Еще немножко. Так, вот она. Курочечка. Курочечка с курочкой. Ну, сейчас себе тоже положу. Приятного аппетита, если вы тоже там кушаете, ребята. Всем привет, ребят, еще раз. В общем, нужно мне зайти сегодня в фикс прайс. Фикс прайс. Сейчас младшую отправила в школу. Нужно зайти в фикс прайс. Кое-что купить. Вот тут, кстати, охранник такой говно. Честно. Нужно кое-что купить. У меня из тряпок все закончилось. Там это губки. Ну, всякая хрень, короче, такая. Так, что возьмем, наверное? Корзину возьмем. Так. Корзину возьмем. Че, где у нас тут губки все находятся? Вон с этой стороны, да? Просто когда снимаешь, реально к тебе никто не подходит. Когда не снимаешь, они смотрят, как я не знаю. Так, вот мне нужны такие тряпочки. Тряпочки, блин, тряпочки. Вот эти, кстати, тоже прикольные. Вот эти, кстати, тоже прикольные. Да, наверное, все-таки или вот эти взять. Вот эти вот розы. О, такие вот возьму. Так, еще мне нужно губки. Вообще мне нужно вот такие вот из микрофибры. Нужна норма, которая. Это что? Для уборки. Что такое? Херня какая-то. Сами повесят. Так. Такую вот, наверное, да? Из микрофибры надо. Или вот такую. Не, а что? Мне это и сойдет. Ладно. Так, сейчас надо взять губки. Губки надо взять. Так, тут мне вроде ничего больше не надо. Ничего не надо. Так, сейчас губки возьмем. А, вот губки. Так, смотрите. Вот эти. До этого у меня были вот такие вот прикольные, кстати.
Но их все равно долго ими не воспользуешься. Вот эти, кстати, прикольные. Капучино, блядь. Капучино. Ну что, давайте их попробуем. Таких у меня еще не было. Так. Что еще нам надо? Еще что-то надо было. Угу, простите. Так, что-то еще надо было. А нет. А все. Так, это у меня все мыло есть. Это есть, это есть. Ну, кстати. Почему они все падают? Так, ну полотенце у меня. Хотя можно бы и взять было, да? На запаску. Не помешало бы. Сейчас посмотрим. А вот есть большие по 149. Так. Такие вот есть. Ладно, хрен с ним, у меня еще там дохрена. Да хрена. Так, ну все, больше ничего не надо мне. Все, только тряпочки и губки.